Всем привет! Пока я занималась редактированием видео, мне принесли завтрак в постель. Ого! Да. Это я все? Ну там будет овощи. Спасибо большое. Вот такой вот мне завтрак в постель принесли. 248 грамм, капец. Наверное, надо съесть половину, а потом уже посчитать и потом решить, можно ли есть вторую половину, или это будет уже обедом. Шампиньончик вырос. Шампиньон вырос, да? Класс. Да, там еще много, там еще штук, наверное, 20. Ну, покажи. Вылазит маленьких. Вон, как мы выращиваем шампиньоны, сейчас, да? Пару дней. Клевая фирма, всем рекомендую. Почерите, быстоплите. Мы уже много собирали. Да, сейчас фоточку кину, где у нас был этот. Да, на хлам не обращайте внимания, это мы... Все никак комнату не доремонтируем. Да. Вот такой мы таких уже сколько? Штук 6 собрали, да? 10. 10 уже собрали. А ты взвешивал? Килограмм. Клево, вообще супер. Идите на моем канале килограмм грибов через несколько дней. А у тебя есть канал или ты про мой говоришь? Или у меня голос поменялся? Да, ждите на моем канале через несколько... дней килограмм грибов. А может быть, мы заведем и Владику канал, если у нас будет время. Спасибо.